Поддерживаете ли вы вот в Карабах российских войск как миротворцев? Нет, не поддерживаю. Почему? Ну, пусть разбираются сами, как занять чью-то сторону. Я думаю, да. Потому что это бывшая страна СНГ, поэтому должны поддерживать отношения со всеми странами СНГ, так как они являлись старой, так скажем, Россией, СССР, дружественными народами. Но, с другой стороны, много проблем в России. Я думаю, лучше заняться внутренними, чем внешними. Поддерживаю. Потому что Россия везде, впереди. Конфликт этот давно начался, допустим, как бы между ними. И с первых дней, когда конфликт начался, миротворцы наши там были, военные. В 92-м году все это начиналось. Даже в 90-м, наверное. Так что куда без России? Конечно. Ну пусть мир будет. Может быть, за счет этого и мир будет там. Войны не будет. Может быть, и действительно немножко помогут в плане мира. Так что стрелять, воевать – это плохо. Но помочь в мирных целях – это хорошо. Думаю, да. Ни Армения, ни Азербайджан не будут стрелять, если будут там наши войска. Они будут как бы бояться, что Азербайджан, что Армения – убить кого-то из наших бойцов или технику подбить. Но я верю в мощь российской войска, они очень ценны. Я надеюсь, что будет в лучшую сторону, наоборот. Вообще нет. Это не наша война, нам там делать нечего. В Осетии мы тоже умиротворяли, что? Почему должны россияне, русские гибнуть за чужих людей? Я не могу этого понять.